И сказать, это сложная игра вообще? Ну, там нужно... Ну, блядь, получше, чем Dota. Думать, в отличие от Dota. Да. Действительно, в Dota никогда не думаю, блядь, бездумные кнопки нахуй нажимаю. Да я тоже, в принципе, вот это тоже вправо-лево, вверх-вниз. Да, тут действительно, блядь. Ебать. Не, а такое ощущение, что на самом деле в ММРе так люди играют некоторые, они просто нажимают на кнопки, блядь. Я вчера, кстати, стоял на линии с Патмой, я был СД. Она 5 раз кинула стрелу в мою эту дисрапшн и ни разу не попала. Прикольно. Было очень весело. А ты кем теперь играешь? В смысле, кем? А, ты теперь сам на кэре? Ой, блядь, я ж герой не выпал. Игорь, а чего ты вот так вот? А в какой команде Игорь? Потому что погоди, на Nike стоит так делать. Почему? Потому что у него атака, не позволяющая под вышкой тычковать мобов. Да, то есть ты уверен, что я буду пубить? Нет, не уверен, поэтому взял топорик. Игорь, а если я фанат такой? Ладно, я тебя не буду больше спрашивать, я попробую сам, Игорёк, без твоей помощи. Давай. Очень хочешь попробовать. Ты соломит, я не умею соломит, я тебе ничего не помогу. Хорошо. Тут кивка, кстати. Против меня Эмбер. Сучий киска с сапогом. То крипов не, ага. Смотри, я тебя потанчить. Могу тебе контроль. Что ты потанчить? Одного оставил потанчить, говорю. А, спасибо. Спасибо, спасибо. Он потанчил уже свое. А знаешь еще такой прием, как вот здесь стоять и экспо воровать еще? Не, я такое не практикую. А, ну тогда я тоже не буду. А чего ты пачка пропустил? Ну я хотел экспо получать, я тебе показал прием. А, ну вот он не существует в таком случае. Что он? Не существует, оказывается. О, кура идет, сейчас я тоже на эншитов отманю. Давай. А то мне-то она нахуй не нужна. Мой зайчик, кстати. Такой. Мой пидор ушастый. Киска настреливает. Ой, зайчик! В опасности, ребят. Бля. Смазать тебе? Давай. Мерин, и там тангус еще вложи в меня. Ой, спасибо тебе. Два тангуса, ебать. Парни, с вами приятно иметь дело. Я просто поиграть хочу. Мерин, почему ты так плохо отводишь? Да это киска мешается. Так она еще не успела подойти. Ну и что? Она морально мешается. Понял. А СФ третий? Да. А что, тебе не нравится что-то? Да. Почему? Потому что я не третий. А ты кто? Хуй ко мне еще он что-то знает. Может он ботл еще будет обузить? Смотри, что он делает. На древних идет. Может мы его накажем? Давай, давай. Ты как-то рано наказывать его начал. Но он уже разворачивался. Ты не достанешь колбаски? А что мы сделаем после колбаски? Расколбас. Так, а чё, я иду, сколько смотри. Время мы его убьём? Не, я не иду. А ты не идешь? Мерн, а ты хочешь, чтобы я шёл? Ну, если только сверху. Не, я всё, ну, ушёл. Смотри, я с верхней. У него мало мувспида, а у меня много. За спин заходит, тинча. Ой, блядь. Игорь, хочешь, я приду колбаски давать? Это, ну я пойду погуляю тогда, наверное. Я думаю, чтобы кто-то отводы делал. Кто умеет это делать, само собой. Давай я приду, поделаю хули. О, сейчас, смотри, смотри, сейчас нынчу, нынчу. Куру апту. И разврат будет? У меня маны. Пеппер. Но в целом все было неплохо. Нет, все было плохо, я умер, я кэрри. Ты нет, в этой игре ты не кэрри. В смысле? СФ кэрри. Я всегда на кэрри играю, блядь, всегда выигрываю. Ты агрессивный, блядь. Я потому что кэрри, блядь. Пошел ты нахуй. Ой, сори, фак. Я забыл, что ты хочешь фильм со мной снять. Я знаю, какие фак фильмы снимают. Да? О, я знаю, кто это. Хороший фильм. Я возьму, наверное, ребят. Только у меня банки нету, но я возьму. Слышь, у меня двойка опять появилась. Илюшки.
Сейчас Зоя с меня будет стики заряжать. Смотрите. По иллюзиям бить и стики заряжать. Это хуесос. В смысле, наоборот, спасибо ему. А, ну ладно. Андрей, а лайн окажется где-нибудь вот здесь, вот когда-нибудь, как ты думаешь? Нет. Тогда я дальше пулить. Я просто хотел прийти, помочь. Не-не-не. Смотри, катапульта, тут пиздец долгий файт, я уже на базу сходил. Она сейчас вернется к тебе. Сучья киска. Мерф, ты замечательные моменты находишь для пула. Блядь, то тебе нужны, не то нет. Ты смотри, когда линия пустит, не надо делать пул. А, у него визионе, походу, раз он так отошел. А ты хотел его брать? Да, койла, сэфы. Изи. Смотри, койла пошли. Не, я уже отманил. Sorry, nothing personal. Я очень плохо. Колбаска, хотя, да? Вы не видели, команда моя, правда, видела, как я это делал. Команда... В смысле, зрители. Команда, блядь, да, зрителей. Телезрители. Уха! Я медат все в них тащу сейчас. Я чувствую, тебе не надо, да, больше отманивать пока? Почему нет? Надо? Почему нет? Давай. Рейзинг уру. Вот, смотри, сайленсер. Чего они, блядь, все на моих энчентов приходят, пидорас? Шел. О, там энча еще. Пусть. Бах, 150 дэмэджа. А так может мы их накажем за это? Это free space. Oh. Free ПТС? Ой, снизу инвиз. Лол, я пошел. Давай. Станем. Ну что ты его не застанешь? Уходи тебе. Ну потому что хек еще идет. Здорово. Ну потому что я бы отрезал его колбаской, мы бы его убили. Ты ботл. Ты дал ему выйти. Ладно, они там все равно ничего не забрали. Да пошел ты нахуй, блядь. Чертово говно. Че это за герой? Не у койлы порезали, что ли, ребят? Ясно. Да. Поддержи кэрри, скажи. Да, койл порезал. В пизду трывала себе сделаю. В смысле, не в пизду себе сделаю трывала, а просто сделаю. Да, мом. Фейзы момы нормально. Согласен. Не, фейзы мом я не буду так. О, почему герой так играет? Которых нету. А, ребят, там этот... В топе пизды дали. Дебил спирит еще, да? Вот это имбер всего лишь. Короче, Мервинг. Mm-hmm. Ты выходишь, даешь хекс. Хекс, mm-hmm. Под конец хекса по таймингу, стакизуешь штан. Стрелу ты сейчас не ловишь. А если маны нет, то что тогда делать? Не ловить сейчас стрелу и не умирать. Это самое важное. Понял. Не, ключевое слово не. А, не ловить? Mm-hmm. Блин, тогда я можно под фонтан стану? Ну там ты тоже не в безопасности. Ребята хорошо играют. О, слушайте, я тоже не поймал стрелу. Ага. Игорь, я не поймал стрелу. Делаю вид, что я мощный. Нормально. Только мана появилась. А ты не хотел сделать вид, то, что ты стан даешь по зевсу? Только мана появилась. Ты, блядь, кому-то другому это расскажи, нахуй. Ну ты нажми на меня, у меня вон 9. 10. 9. Хуевить, ху 10. Зрители все скажут мне. Все, была у тебя мана, блядь. Ты просто хотел мид пофармить. На топе будут пушить. Да, отъемки. Ребят, на топе будут пушить, хилпа будет? Или мне отдавать того? А ты какой левел? Я есть хилпа, фак. Отдай им себя. Я прилечу, скорее всего, с ТП. О, Зевс. Ты можешь залезть в меня и использоваться моим ТП. Подожди. Как тебе такой план? Подзови. Надо уже быстро. Да, лети. Ебем, залетай с хукшота. Тихо, отойти, не бегать, алло. Отойдите, просто отойдите, гайс. Мы сдонали вышку, нам больше нахуй ничего не надо. Ну и вот этого я еще убью. Спасибо. А вы дебила убили? Никого не убили, мы вышку сдонали. А есть ТП у кого? Нет? Так ты не купил? Нет, не успел. Андрей, тебя обходит киска. С фланга, да. Ладно. С фланга. Стрелу ловишь, нет? У нее она регенерация. Она не попала. Ебать ты калируешь. А еще койл будет? Или она понимает? Вот зато ко мне Зевс пришел, не знаю зачем. А тебе сейчас все обойдут и пизды дадут. Кто-то знает. Но у нас регенерация, Игорь, я, мне кажется, не смогу ее взять. Жаль.
Клаку надо хилиться и прямо сейчас рыгнет гангать. А ты, Игорь, в этот вошел в роль тренера, да? Да. Слушайте, а я денег не платил, что делать? Ну, поэтому я тебе ничего не говорю. Именно. Шейкер. Где там дают? Понял. Шейкер. Ой, какая колбаса. Такое, ой. Ой-ой-ой, и туда, и туда! Андрюша! Андрей, а ты не смотри. Не, я крипов фармлю. Понял. СС должен фармить. Хорошо. Блять, чтоб я еще хоть куда-то пришел, нахуй. Да а че ты обиделся сразу? Не, а че? Блин. Бьем. Бьем. Сейчас пачка уже подойдет. Фак, ну не обижайся, на мне сайленс был. Ну фак, ну. Да я понимаю, конечно. Фак, он бьем. Стоп, стан, давай, хекс. В крипов поэтому пошел койл, блять, потому что сайленс. Залез, вылез. Нихуя. Я тоже залез, вылез. Ты меня наебал, выходит. За что я платил? По таймингам, по-моему, что-то было. Лол. Сотые руки. Он из стана вообще не вышел, пока стан был. Логично. Это очень логично, ты. Прям осуждаешь. Бля, это, кстати, логика хороша. Так, в цитаты великих людей. И попадают. Он из стана не вышел, пока стан был. Андрей, сейчас буду в Зевса прыгать. А, там еще... Гоу, кота. Как быстро сдаешься. Только что сказал, что ты будешь больше. Иду. Ты не спеши только. Да я типа хорош. Боюсь, фармлю, вот добиваю раски. Хикса. Выхожу хикса давать. Рейндж. Все, добей. И добиваю крипа. Не, нихуя. Ты меня что, обманываешь? Да. Ты что, наебывать собрался? Не до такой степени. Фишуру давай! Надо трейдинг ломать нам тут. Да. Хорош. Я ману экономил просто. Там подошла еще. В этот раз у меня третий стан, но я думаю, нам хватит. Окей. Особенно вот такие моменты. Ну трейдинг говна въебал, мы тут сломаем. Да он все души свои ебаные потратил. Ладно, вышку оставь. Да, тихо, я бью. Еще раз бью. Нет, больше не надо бить. Давай, борьба за крипов пока хозяин. Фак, ну ты чё не себе, не людям? В смысле, я себе забираю. Да фак такой, на ветер зазлился то, что... Хиты, как блин. Прокачать своего героя? В смысле? Ну что, стоять рядом с Игорем. Игорь качается. Ты можешь отводы делать, я линию пушу, ты отпушиваешь. Не, отводы это я пробовал. На киску сделаешь хекс? Угу. Салинтер сразу на аганим идет. Правильно делает. Гони, сучку. Давай, помогаю. Шлёпай его по попе, смотри. На. Хорошо, сосёшь. Есть пальчик. Хорошо. Ой, факер. А шо ж ты кек не дал ему? Потому что... Ой, чё я встал? Чё я встал? Тепло? Ты нормально, ты живёшь. Но он замедляет. Нет, я не живу. Внизу, блин. Замедляет твой кек? Ты шо, ебанулся? Замедляет мой мувспид. Почему? Ровка. Бычок. Бычок, они за мной почему-то побежали. Ну нахуй. Не, факт, я всё видел, ты плохо сыграл просто. Прямо у вас тут на линии была. Лол, ты гонишь? Да, я на минус морали просто. А нахуй ты здесь проходил, я пулю, блядь. Коров. Фак, все будет, но не сразу. Это же ты мне говорил. Когда-то это ты мне говорил, теперь я говорю, я тебе. Блядь, сломал мне пул, сам на лайн пошел. Как он заебал этот сайленсер у шлепок. Мне заденайли вышку. Ебать. И вам тоже. Видите, кто здесь, Андрей, мы его убиваем. Хорошо. Там много людей в мире. Нет, никого не ебет, там глобала нет. А это убиваем? Нет, этого мы не догоним, нет фол. Так а мы бы пешочком... Фак, есть у тебя камшот? Ну-ка, посмотрим, сможет ли он убить? Бежит, фак! Сможет. Если кого увидишь, залетай, не думая. Как всегда. Смотри. Понял тебя. Ууу, я прям сразу. Ты можешь развлекаться. Ай, ребят! Бахает меня. Фак, с одной тычки ломаются коги. Я знаю. Ты уверен? Бесценные тренировки. Ну я стан словил, не сломал. Койл дай хоть? Ага. Дал.
А тролля бить еще можно. Что-то вроде. Так тихо, ребят. Ребят, смотрите, какой красивый. Кто красивый? Вот этот, посмотрите. И что делать? Не знаю, я хоровод вожу. Я бегу. Снимать штаны и бегать. А где твой стан? Какой стан? Мой стан? Да. Ну, как бы я его дал по нему. Потом бегает еще. Он тэп-аут сделал. А где ты, наверное, люску поставил свою? Не, он тэп-аут сделал. Дурак, что? У него маны не было даже там. Надо же люску ставить и тэп-аут делать. Вот она вот. О, и люска, смотрите. Ну так подходи, ультуй туда. Рано. Мне кажется, ему будет лень бежать. Поэтому сейчас я его наебашу здесь. Опа, он уже прилетел на нее, прикинь. Или она закончилась. Незадача. Не, прилетел. Не заканчивается. Смотри, прилетел и убежал. В смысле, не заканчивается 35 секунд, а не длятся. Так быстро ты дослушай, факер! Шо ты? Я не буду тебя слушать. О, смотрите, меня бьет, ребят. Плохо. Так ты с ДД. Так я все равно боюсь. У него барабаны есть. А у тебя есть барабаны? Нет. Почему они такие злые, блядь? Они просто идут и пытаются убивать. Тиска с ним стрелу будет кидать, фак. Тебе нельзя ее ловить. Я не планирую. Тебе нельзя ее ловить. Бах. Ай! Смотри, оп! 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 Фак, видишь миди сайленсера? Лечу! Слышь, как он сделает? Лечу! Будешь? Вот сейчас не должно встать. Я сделаю все для этого. Где там еще? Нормально. Ты молодец, фак. Я просто посмотрю. Ну я закрыл. Ну я и говорю, молодец. Шаклями меня продамажил. Так. 50, 365. Давай, хватит, на два удара. Нет. А ты чего, Игорь? Ты к тебе справа кто-то подходил. Я вижу, это киска. Ваша киска купила бы вискас? Игоряш? Да. Думаешь, приобрела бы? Конечно. Оба! Лоб. А ваша киска стрелы ловит? Да. А? Ты че, Вигас? Вигас. Я манту себе сделаю, потом рапиру. Найс. Спиной, что ли, ёбнул тебе? Ну, блять, как-то это жестко на меня ёбнуло. Ёбнуло. Правильно, ёбнуло, говорите, не ёбнуло. Ёб. Хотя, слышите, знаете, что я лучше сделаю? Я лучше хек где сварю он? Себе. Я лучше просто возьму и сварю себе хек сейчас и пошел нахуй, Тембер Спирит. Хай не делал хекс. Ну вот, я тоже сделаю. Ну, СФ с хексом норм тема. Ну да. Так, сейчас вверх пачечку толкну, потом вниз пачечку толкну. Вверх, ты можешь что-то покупить? Или шейкер? Шейкель. Шекель, я думаю, жадный он копит себе. Я двоечки собираю. ТП, купите, пожалуйста, кто-нибудь. Андрей. Заебали, купите ТП. Не, идите вы нахуй. Да Мервин какой-то. Андрей, жад... я тебе дойду, стой, не уходи. Ёбаный, ты ебаный. Да я же сплит-пушу, Игорь. Забыл? Все равно в топе убиваем Эмбер, ломаем Т1, кто там? Мервин. Убиваем Эмбер, ломаем Т1. Эмбра. А дай мне даггера, я с твоего даггера прыгну. Я ты думал мне... об этом, но она, наверное, не работает. Подожди, тут скрипа сначала у нас есть, а то он... Давай, дайте мне спалить точку. Да, она в любом случае спалится. Нет. А я... Иди, я проверял. Давай, I'm split pushing bottom, guys. Дай мне состав. Или влети в него. Давай, делай. Хекс. А вижу, есть какой стан? А палец ему дай. У меня КД палец. Ой-ой-ой. У меня не КД, а телепорт отсюда. Нормально, я опять умер. А бог кто сюда ТП? Хорошо. Ребят, ну он на хосте. Стрела вправо. Ребят, на хосте, блядь. Бля, мид киску ломай, будь ТП от кого, быстрее сопрошайте. Кто нашел клип, блядь? Надо обсудить реплей. Кого кикбан? Хотя... Ебать колотить, мразь. А, не, Гай, слышите, а нахрена мне... Нахрена мне... Настахи фармит. Нахрена мне хекс, если я могу сделать этот... Абусал. Не абусал, а если у тебя есть, короче, хекс у самого, я что-то не подумал даже. У тебя же этот, магия хекс есть. Будет два хекса. Думаешь, нормально? У меня же даггера нет. Может, сначала даггер забацать? Надо топа дефить, по-моему, к нам смещается сайленсер. Не, я манту себе сделаю. Надо добивать, идите сюда. Они ушли?
юбки. Андрей, дай мы, пожалуйста, пойдем вместе и сломаем Т1. Это последняя Т1, которую надо сломать. Хорошо. А, Игоряш, ты с даггером? Да. Хорошо. Ничего, что я тебе так Игоряш? Вроде по-детски, по-детски так. Нормально. Хорошо, только не блочь мне, пожалуйста, да, спасибо. Смотри, бах, бах. Ой, факер что мутит? Факер делает грязь. Я бы шо? А этого тоже я бы. Ты станом промазал, что ли? А, ты не давал его. Потанкуешь, Игорёк? А давай. А я подамажу. Как оставил-то, а? Танкуй, танкуй, Игорь. Потанкуй со мной, потанкуй со мной. Сука. А чё было? Я циферки собирал, пропустил. А у тебя кинжал будет? А у тебя есть кинжал? Ну так врывайся. Ребят, я почти попал, походу. По-моему, меня видят, не? Ай, бля. А если представляешь, все блинк бы сорвали, и ты в них бы дал. А представляешь, я вот там бы они все стояли. Нет. Я тоже не представляю. Подожди в топе, фак, я подойду сейчас. Ладно, пойду тоже цифрки собирать. Смотрите, парни, знаете байт, что такое? Сейчас таверник, кажется. Нет. Ты типа койл, делаешь вид, что иллюзия койл даешь? Да. И забираю Урсу тем самым. Молодец. Why not? Андрей, мы сейчас должны всех уебать там. Готов? Хорошо, да. С этой стороны, чем там глобалы нет, бояться нечего, ебать. Я думаю, у них вот тут вард стоял. А это не важно. Бля. Опа. Это мы начали уже всех уебать? Да-да-да, мы начали. Бам. Я почти пришел. Ой, там фак ворвался, помочь нам. Фак ворвался. Сзади Эмбер идет. Эмбер, Эмбер убить. Эмбер за Фоксим. Я просто танцую. Нормально, нормально, нормально. Киску, 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 киску. Не отпускаем. За ней бегу. Лети ты. Залез, вылез. Подстанил. Бегаю. Пять. А как ты говоришь подстанил, если ты даже еще не подстанил на самом деле? Он застанился. Эмбер байбек. Нормальное ТП. Спасибо. Манту тыкни, и вышку сломай. Хорошо. Так, пока. Тебе пизда, кстати, сейчас будет. Ты мне похуй. Из прошлой игры я кое-что запомнил. Алло. Да почему ты не помогаешь мне? Лёх, привет. Алло. Здорово. Вы что, в дотку играете? Да. Да. Лёх, и Мервинг мне не помогает, блять. А мы в чашке. В чашке будем тоже. А чё, вы потренировались уже, Лёх, пососали? Да. Нет. Как? Всех победили. Ну, потому что с нами не играли. Да и вас бы победили. Лёха, ты циферки уже поиграл? Циферки, циферки, это чё? Бля, тебе надо попробовать. 2048. Там ссылку где-то давали. Ой, не, не играл. А чё делать надо? 2048. В одной ячейке, чтобы собрать. Было... В одной ячейке 2048? Да. Да. Ну ты потыкай, разберешься. Знаешь, как всегда. Вот, просто потыкаешь. Вверх, вниз, вправо, влево. Да, да, да. У нас же с тобой супер комбам может быть, Игорь. Я прыгаю, даю хэслэм, ты выходишь из меня и прыгаешь. Ты выходишь из меня. Ай, там кто-то справа хадуки. Это иллюзия. Пойдем, пойдем. Похуй, иллюзию выйдет. Проверь, чекни хэслэм. Хадуки накидает. Сейчас чекну. Давай. И что это, типа, тяжело, да, сделать? Или что? Слушай, настоящий, походу. Я ПГГ сделал. Так, а дальше что? Кто сделал? ПГГ. Бля, бач... На стриме, типа? Да. Поубили, блядь. Я 1028 только набрал. Я 512. Я ничего не понял. Okay. Типа... Сколько? 1028? Да. Ну не очков, а число. 1024. Ну 1024, я... Бля, может... Ну, ребят, ну не надо свои гнать крипцов-то. О, Игорь, давай возьму. Так вон упадем.
Давай возьму им, ебало им разобью, как так тебе. Так и чё, ну вот я сделал. Горяш, пойдем, ебало я бить. Я тебе сделал 2048, Лёх? Не, я просто много цифр сделал. Не, много это плохо, когда большие они, это хорошо. Так, ладно, я что-то левел давно не получал. Говоришь, у тебя в одной ячейке должно быть 2048. Так ты ж вроде здесь такал, ворвись там. У нас внизу. Я возьму. Спасибо, Андрей. За почему ты подумал, что я не буду? Ну, то, что я убью. Потому что ты так шел с ДД. Ну, с ДД, да, двойная мощь. Подвох, не могу понять. А типа... В смысле подвох? Фойла из инвиза. Без палева. Ну... Эхо слэм. В чем проблема их просто друг друга закидывать? Ну, а ты попробуй насобирать, чтобы у тебя 2048 в одной ячейке было. Некс, походу они не хотят все. Походу, да. У меня тут колбаска будет. А вот на миду они не хочешь? Вы далеко, не подойду. Что ты без ТП? Ой, я глобал словил. Это 3D, он меня бьет, он лох. Он в инвизе, он меня бьет. А чё, ребят, чё так рано сдались? Я все, идите вы. Блять, кекс, ну ёбаный мой! Screw you guys, I'm going now. Пидор, блядь! Ты как с Андреем разговариваешь? А, чтоб... я понял. Ну, наконец-то, блядь. Да я простывший, иди нахуй, жердя, блядь. Простывший, это, блядь, по жизни простывший. У меня температурка, ты ругаешься. Блин, я тебя в этой игре спрятать не могу. Да. Что-то не так с моим героем. Не надо так, Андрюха. Ладно, хорошо, Лёх, сори. Я больше не буду. Хорошо, я верю тебе. И здесь занято. Разок есть только. Все. Я пошел киллы делать. Можем Рошана убить. Слушайте, я, кажется, понял. Андрей, вниз смещайся, я к тебе приду. Мы убьем Сальцера сейчас. Ты готов? Да. Раз, два, три. Мясо в рот. Инчу убиваем. Угу. Это у ебана тоже. У тебя да? Есть что догнать его, нет? Mm-hmm. Сейчас будет. А, они специально ульт под мы не дают? Опа, Андрей. У них ульта под мы нет. Плохо тебе, брат, плохо. Андрей, да? Ты мне веришь? Нет. Доверяю. Я бы тоже себе не верил. Да там койлы тоже такие же, на самом деле. Вам пизда обоим. И факер тоже. Ооо! Иван. Спасатель Малибу. Все свои грехи. Бля. Андрей там на грани был, вообще. А, нормально, нормально, ребят, нормально, нормально. Все нормально, нормально. Короче, так, Игорь, я знаю, как это купить. Ну? Чего мне сейчас доебало сделать или что? Бабочку. Бабочку. Так любишь этот артефакт, Игорь, так называешь его? Да. Бабочку. Бабочка. О. Бля, ебать, вы меня озадачили, пацаны. Лех, это весело. Да, да, очень весело. Бля, тоже попробовать. Каточка? Не, нравится, нравится, сейчас я просто тут. Челлендж цепит. Давайте кто первый в конфе, все, поехали. Тогда надо Мабадон засчитают. А, гейм овер, сука, по ПЦ, блядь. Ты простывший просто. О, а я, ребята, это тоже простывший. Андрей тоже простыл. Простыл, что-то. Волновался? Я это, койл на X нажал, а у меня там артефакт оказывается. Андрей, подойдите кто-нибудь, ладно. А чё, игра уже? Меня на вывон. Хорошо. Факер паникер, походу. Короче, кто? Где кекс? Я за кексом райт-клик нажал. Кекс за мной райт-кликает. Андрей, я охраняю просто тебя. Хорошо. Давайте тоже с вами пойдем. Я, походу, проиграл. Слушайте, а ПГГ долго это делал? Ну, я не предполагаю, знаю, что очень долго. Ну, я концовку уже увидел. Представьте, надо тысяча с хуем этих сложить, двоечек. Это халява. Халява, приди, вон, сбоку заходит в инвизи всех. Лоб. Всех вообще в инвизи. Вы только там, не знаю, дал, паузу поставьте. Мне кажется, Андрей далеко от нас. Мне кажется, идите вы нахуй. Пошли убьем их всех, пойдем. Да я испугался уже. Я быстренько что, добегу до вас. Циферки собираешь, что ли? Блять, пошли я забачу, на него похуй. Пойдем, вот я вот этого приведу. Пошли, всех ебем. Там киски. Пойдем. С вами нет, ребят. Никого не бьет киска.
Бутичком. Во-первых, что делать в случае? Всего. Визион поставь. Под нами, в инвизе. Кто? Я догадался. Гайс. Подойди, подойди! Спасибо. Что ж ты так орёшь, аккумулишённый прям? Ну ты, сука, как ты нам сливаешь? Я ничего не сливаю вам. Это вы сами себе все сливаете. ЛС. Я наоборот выигрываю вам катку. Игорь, я хотел победить. Откуда он знает про это место? Ну вот, молодцы. Вы этого хотели, да? Да. Пиздец. 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 Циферки он играет, сидит. Я не играю ни в какие циферки, я серьезным делом занят. Ну то есть в циферки. Первый раз реально можно просто, блядь, рандомно нажимать все клавиши, а потом уже надо думать. Что же вы доебались? Если у тебя сверху будет что-то плохо, то будет хреново уже. Не, я не рандомно нажму, я уже по стратегии. Ебу. А зачем рандомно нажимать? Чтобы быстро набирать очки. А зачем? Тут не очки же надо, а цель игры. В смысле, цель игры — это очки. Какие очки? Цель игры 2048 набрать число. Фак, объяснишь? Да, что ему объяснить? По частям, что ли, объяснить? Ну, как ты актеру рассказываешь, какую эмоцию надо сыграть, вот так ему объясни. Как эмоцию там, это, войти в роль. Вжиться? Не хочу. Че, Лепёх, в чашки будем играть сегодня? Бля, такая залипная движуха вот это. Конечно, залипная движуха, братишка. А зачем ты говоришь как Гурген? Ясно. Ты просто в свое время, я помню, баловался, вот, видимо, уже подсел на это. Ай! Ай-яй-яй! Его зафармил. Че, тебя там бахнули? Да, я не понял, как так, такое случилось. Это просто сделаю. И какого черта этот стан был такой долгий? Был. Может, мы пойдем закончим и это, циферки и чашки. Циферки и чашки. Кто-то у нас фармит и не хочет заканчивать. Андрей, про кого он? Что? Про кого он говорит? Выдай нам его. Кто? Ну, кто сейчас посмотрим по артефактам. Заканчивать. Так, ну он факер. А, фармит не хочет заканчивать. А, ну это, блять, этот шейкер наш. Я просто еще вот хочу пару итом. Ребят, ну у меня бабочка скоро. Ты его размотал. Ебать, ты его тоже размотал. Я нашел рабочую, пацан. Ебать, он разматывает. Лех, мне тоже так казалось, потом я все равно помер. Ой, я инвиз нашел рабочую. У нас внизу, кстати, слышите, страна горит. Почему? Внизу страна горит. У киски так много всего. Выходите из цифры, внизу страна горит. То есть не стоял. Нападете на них? Я ТП сделаю. Я напал. О, напал! Мерв, атакуя. ТП делаю. Я кто успел дать? Хец. Игорь, я ну забежал. И чё, давай пизды и давай. Будь хупа, уебать. Да. Какой? Да. Залезь у меня, хочешь? Тихо. Давай. Играй, Рафа. Есть посвятить ее? Где сульт? Не, она серьезно? Вот именно попал в нужного. Сучка. Они в невидимости, кстати. Нахуй. Ладно, у меня еще. Да я заебался вязать. Блять. Ребят, ну я давно на SF не играл просто. Там у меня говорил, это XYZ, а у меня БКБ на X, ребят. Ну и что я сделаю? Свапаться. Ничего. У тебя же по-любому пацаны, такая ситуация бывает. У вас сколько максимально получалось? У меня 512. Я тоже сейчас 512. Блять, двойка в угол села, сука. Ты уёбки, да ты и появился, Кекс, ну ты заебал, блядь. Ебать, как несёшь, ты фармишь. Я отдыхал в сторону вообще-то, пока ты какую в смысле? Я пришел с Аленсера, наказал на Экса спас, и ты хуком в СФ, а я уже цифры. Таверли. Я хуком в лайстиллер. Давай не будем. Окей. Бля. А можем в миде убить его? Пожалуйста. Давай. Пожалуйста. Раз так вежливо просишь, то почему бы и нет? Или Рошана пойти убить. Вот этого можем убить, Андрей? Охуенно. Не можем. Охуенно. Бах. Где Хекс? Вот, видите? Там. Это все череда сомнений. 3 секунды, блинк. Факер пизда, да? Да-да-да. Возьми БКБ, ультани. Так, что мы, Игорь, делаем? Посмотрим на это изнасилование.
теперь врываемся. Хлопа будет? Шейкель. А шейкель не врывается. Шейкель. Шейкель, блядь! Пилимся, жгём. Вообще ничего нет уже. Хуёво. О, Андрюха, ты смотрел эти видосы с Battlefield'а? То, что Витан скидывал? Нет, а чё там? А я его не спился. Ебать, они ржачные, Андрюха. Battlefield игра? ППЦ ржака, я тебя говорю. Не знаю, мне что-то не понравилось. Мне второй понравился. Я не смотрел, а чего там, Лёх, стоящая вещь? Не знаю, да. Я ржал. А я факер что-то крит. Ну хотя он факером такой. На критик. Угу. Игорь, а давай ты будешь прыгать в меня, а я буду прыгать в них. Только нормально буду прыгать. Я ФК, ебитесь, как хотите. Чего ты, Игорь? ФК. Ясно, вот кто цифрики играет. Да Леона в бою не было, я-то был. Да, конечно, Леон агоним делает, где его хекс, я хуй его знает. Ой, этот самый даггер. Хуягер. Даггеру найк. Не Рошан, наверное, забираю. Наверное. Ну, выиграем уже. А, большое число. Удобно, знаете, куда перекидывать? Левый и нижний. Хотя похуй, в принципе. Или не похуй. Давай, Игорь, залазь в меня полностью. Ты кто, блядь? Я же мертв еще. Я жду тебя уже. Ищу тебя. Ты меня ждешь. Ты меня не там ждешь. Все как предсказано. Жди меня, и я. Нам бы Vision еще какой-нибудь был такой. Шейкер про Vision говорит, ну поняли, да? Шейкер. Отличная шутка от Мерлинга. О-хо-хо. То, что доктор прописал. Ну че, го! Го, сэф, короче, байтит, мы прыгаем с Игорем. Главное, чтобы сэф БКБ нажал до ульта, а не после. Так а я думал, меня глобал дадут. Ясно. Пошли, давай пойдем. Хуйню. Я лечу туда еще. Ворви с него, шейкель, или кто там? А я далеко же, ну. Мы с факером делаем всю грязь, ебаный насос. Лёша, зачекай там, я скинул скрин. Больше сделаешь? Что это? Набрал. Где мои ХП? Шейкель, ты с ультом все. Так еще? А я. Так и глобал же, Игорь, что мне сделать? Не знаю, у нас 36 минут игры, у нас ни одного доста, по-моему, не было. Почему у тебя так много очков, если у тебя число 128 всего? Тогда что купить? Так там другие остальные. Очки там не решают. В смысле, что остальные? Лёх, там можно туда-сюда крутить и типа очков много набить, а цифры маленькие. Ах, тан-тан-тан. А, вон на что, сейчас наберем. Ребят, ну что, пизда нам? Да. Игорь, или нет? В смысле, как туда-сюда крутить и что-то? Давай подумаем, кого мы сейчас будем фокусить. Блин, ты при каждом стаке получаешь очки. Андрей, ты подставляешь? Обязательно это число большое должно быть. У нас сейчас шекель появится. Да, у них глобала нету. Так у тебя не может быть много очков, если... У меня больше, чем у тебя, клад очков. И подаем, давай. Сейчас наберу. У тебя вообще мало, не знаю, что ты скинул. Тут станет сейчас от либо. Пятерик уже. Фак, колки копами. Стан, пока, молодец. О, киска, ребят. Киску тоже. Догоню. Нажал драмы. Это не киска. Она похожа. Блять, какая боль. Го, заканчивать? Да, заканчивать идем. Ну все, пойдем. Игорь, маску смерти себе принесу. Найф. Почему Он болеет. Да он долбоёб этот жирный, блядь, только может смеяться над больными это людьми. Только и можешь оскорблять жирных. Цены бы тебе не было, если бы ты что-то другое имел. На меде стоять, например. Слышишь, мне продать надо, ну-ка дай нахуй сюда. Так она пустая, я хотел отпить. Да, я знал, что не надо вкладывать полную. Вот пидоры, а. О, какой неловкий момент. А хекс и будь такой? Ой, сюда зафоксить! Ага. О, Сайленса нет, слышишь? Ебать, как много денег. Говси на базу, а потом сразу камбэк. Ну, да, базу. Или возьмем паузу небольшую. Ну, секунд 50. Хватит вам? Да. Переметяй, говорит, типа прошел ее, а на самом деле-то нет. Наговаривает. На доказательств нет. Вот, правильно. Появились. Мне ничего особо сложного нет, надо посидеть просто. Так ты утверждаешь, что метя пиздит, получается.
Правильно? Короче, вот так вот делаю. Если я умираю, то мы въебем нахуй. Федерапиру взял? Да. Мир вдоджит. Ну, я не отрицаю, но... Андрей, живи, без хуйни. Койл дать. Не умеет. Я это не люблю все, ребят. Кайлы, я с руки больше играю. Бах, 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 и бах, 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 и бах. Так, ребят, что у нас Vision будет в этот раз? Я взял гем. Надо нафармить на него. Хорошо, ребят. А может Рошана заберем? А он есть? По-моему, нету. Но если у нас есть рапира, то Рошан должен быть. Так нет. Всегда же в профессиональных играх бывает. А, нет. В натуре ты собираешь рапиру, появляется Рошан. Когда пару минут в миде умирает Эмберс, а Эйкс остает, то Рошан еще не появляется. Какие пару минут? Прошла уже целая вечность, смотри. Смотрю. Ну вот там... Так там нахуя! Пойдем, пойдем, ладно, ебашится. Давайте мы начнем. О, да. это меня, твой. Подождите. Игорь, это твой. Меня подождите, блядь! А у нас есть Vision. Vision вон прилетел к вам, ебло. Пиздец, блядь, что-то нервный. А я думаю, что он это адекватничает все время в скайпе пишет. А на самом деле... А вы можете... Стрелу! Лови, лови, хорошо. Давай, охраняем рапиру своими тушками. Какие тушками? Ворвитесь, убейте Сайленсера. Сейчас, давай бэка. Надо прорваться и Сайленсера уебать. Надо сану мутать. Шейкер, давай ты ворвешься и дашь ему. Шейкер, стан! Не меня просто. Вивер, стан! Видишь, где стоит? Можешь рваться у него? Он использует запрещенный прием. Ну дай ты в него! Ты же подошел, Мервинг! Он в БКБ. Еще у него? Какого я иду, ребят. Какого БКБ, блядь, Сайленсера? Игорь, давай? Ты прям хочешь? Ну, ёбаный в рот. Сука, опять 512, фак. Больше 512 не было. Вот а, в натуре. Возьму, возьму. Смотри, там не хотите отойти? Хотим. Зачем? Ну, мне плохо, Игорь, например. Кого не ебёт, смотри. Прикольно. Я тебя ой, поймаю. Ебать, Игорь, как мне плохо. Стрелу поймаешь? А, он там без стрелы нормально, в принципе. Да мисуешь ты, сука. Так чё, а чё ты её не берёшь? Мне же липа нет. У тебя ванды были, ЛС. Стагеру, хорошо! Ладно, вернелась. Там, кстати, ульты Зевса будут сейчас брать. Мидас, Игорь, мидас! Да не того же, у тебя 25-й. Игорь. Игорь. Ай, блядь! Хуйло. Жив. Игорь, я за тебя ответил. А ты гемчик забрал? Нет, что, тарасочку возьмешь, Игорь? Давай вторую рапирку лучше. Я тоже так думал. Че, уебок, что ли? Ну ты именно. Оп, нормально. Третий ульт Зевса там не будет. Game over. Игорь по кличке плюс 700. Такая вот шуточка есть своеобразная. Я хилиться иду. Интересный юмор. Кстати, мид не доломали. Да. А теперь, кстати, Рошан точно будет, ребят. А вы еще барахнет. А вы еще что? Барак не тот били. Не тот. Короче, там все выкупались, а Игорь не выкупался еще пока. Почему? Зевс без двух ультов, точнее с одним. Потому что простоквашино. Понятно. Мервин там походу в циферки играет, блять, на меня мув поставил, блять. Не, я водичку пью, типа. Ну да, да. Самого там двоечка в углу. Мы можем пойти убить Рошана? Да, давайте просто можно его убить, в принципе. Лол, видели беленьким, как тренер Майк? А, тренер. Вижу, как Рошана. Ты не будешь за мной ходить? Мне дискет. Ребят, у меня тривели, И сентри, ну покупайте, но втыкайте, блядь. Меня сейчас пизданут, мы охуеть. Еще пока нету его. Притащите сентри. Какие нахуй досты, сентри притащите. У меня дядька... Меня сейчас зайдут в ульте под мы говна въебем. Да я на всякий случай проверил. Так они на Рошану зайдут. Игорь, это для тебя. А то у нас команда дебилов, блядь, у нас... Какого-нибудь Мервинга, вон у Мервинга слот есть. Один, да у меня тоже есть, один только факер додумался купить гем. Пойдем, слышишь, я впитываю. Я гоню. Сентри где, взял Мервинг? Да, я взял. Они на Рошане были. Ты уверен? Смотрите. Только его нету. Они его он тоже идет, идет. А кого его? Мы делаем шаги и... Го-го-го, смотри. Этому пизда. Ой. Куда он исчез? А где друзья его? Вон. Форстаф, клок, хук, что-то. Ну и что? Давай, Форстаф, а дальше.
Гайс, у меня иллюзки Рошана ждут. Лол. Иллюзиями пали. Андрей, выведи их нахуй. Ракету туда просвети. Начинается. Блядь, пизды дают! Возьмите мечи. Я не смог взять, кто-то другой забрал. Загадь. Там с мечом теперь, ребята, этот Тимбер. Чё, Кекс опять фидят? Нафидели. Игорёк. 0-11 Кекс. Нафидели. Факт, ясно, что в цифрыке играет. Счет вообще не показатель, ребят. Факт, там Сайлентер с Кексом. Зевс с Фрэшем. Счет не показатель. А чё смешно? Лучше, блядь, Арчит собрал, блядь, Сайлентер врываться. Кто? Да и Клокерк. Толку от аниме, если вообще не прыгаешь. Да, действительно, вообще не прыгаю. Так, рапира, уинчи. Я, по крайней мере, не знаю, сначала эхо слэм, потом даггер. Да, я нормально. Так, так, в смысле, так все делают, что ебанулся? Да. Ой. Пацаны, я, конечно, не хочу раньше времени. Заморали? ГГ думаешь? А? Чё думал? Да нет, что-то срастается. 1024, типа. Нормально. Ну, вот я на 1024 тоже завис. Лёх, нормас, нормас. Ну чё, Рошана, ребят? Смокинги, смокинги есть у нас? Сука, блядь. Ребзи, ребзи, смокинги имеются? Ребят, ну чё вы такие грустные-то? Так вы мёртвые, чё делать-то? В смысле, ты сам ты мертвый, блядь. Пойдем, пойдем на Рошанчик, ребят. Вы сейчас знаете, если будет такая неприятная ситуация, то что вот когда команда сломает стороны и Рошан появляется, вот это будет не круто. А, я в кого-то вард, походу, Сендри положил. Да, в меня бахнул. Ну, я специально. Ребят, ребят, ничего еще не закончено. Ничего не закончено. Идем. У кого рапира? У Инчия, еще у кого? Это не тот. У Эмбера. У Эмбера Эйк. Эмбер убить! Убить! Убьем? А почему так больно? Второй раз! Убьем же? Сука! Уинчан красным рапиркам. Да-да-да, убиваем. Игорь, у меня через 20 секунд будет байбек. Давай-давай. А у тебя будет, Игорь, байбек? Тихо-тихо-тихо-тихо. Давай, влезай в нее, влезай, ну, влезай в нее, Игорь! Так, ладно, я через 10 секунд буду сплитпушить верхом, ребят. А нет, там крипы сдохнут. Ну, я на следующий полечу. Драться как лев? Да, я буду драться как лев. Слово как, потому что ты не лев, ты рысь ебаная. Нет. Опа. ГГ. ГГВП. I comment you all. Бля. Узанули? Да. Из-за жирного? Да.